знаю как, но собаки как-то проскочили и сейчас сидят в электропастухе возле дома. Зову Булька. Булька, поехали со мной, поехали. И выйти не может. В общем, уезжаю я с хутора. Но ненадолго, вы не переживайте. Поехали, Булька. Как она любит со мной ездить. Ну-ну-ну, давай-давай, молодец, давай-давай. Оп, молодец, все, пробежали. Фу. Булька, заходи. Иди ко мне, Булька. Не с той стороны просится. Иди сюда. Садись. Фу. Дорогие друзья, мы едем, попробуем закинуть на окуня. Если окуня не будет, то приедем с Ряской. Вот. В любом случае нам надо отъехать или за Ряской, или за Кушком. Друзья, приехал я совсем на другое место за Ряской. Вот, и мне очень здесь нравится, потому что Ряска такая крупная. И такая прозрачная вода под Ряской. Видно, что Ряска работает. Народ, вы не поверите, я даже уже за окунем не поеду, хоть взял свои удочки. Смотрите, что я поймал. Ну-ка, видите? Щука! Маленькая щучка с палец. Поехали быстрее ее выпускать, быстрее гоним ее выпускать. Настоящая щучка в Ряске. Класс! Все, супер, 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 летим. Она как раз маленькая будет наших, кушать у нас там все. Все, ребят, две бочки Ряски. Ведро я выбрал для окуня, удочки ловить. Но не едем, быстрее едем, летим, чтобы щуку сохранить живой. Народ, если я ее здесь не могу найти, то может мы их 100 штук и запускаем сюда. Ну вот где она? Где моя щука? Ребята, немного расстроился, не смог вам показать, как выпускаю эту щучку. Я ее не нашел. Я надеюсь, она где-то в Ряске забилась. Если сдохнет, то она всплывет. Сейчас плюс 30, она по-любому всплывет. А если будет жить, то я надеюсь, она уже здесь. Очень надеюсь. Такой щуреныш, это где-то январь-февраль с икринки вылупилась. Он будет на 200 грамм этой осенью, а следующей осенью где-то на грамм 800 килограмм. Вот. Ну, через год выловим, если она выживет, и если мы действительно ее запустили, через год выловим. Вот вы меня спросите, зачем ты, Дима, поехал опять за Ряской, если ты показал, что траву хорошо едят? Еще раз отвечаю. Трава может закиснуть, и от этого будут проблемы. Ее нельзя чересчур много кидать. А Ряску кидай столько, сколько угодно. Ряска только будет фильтровать воду, будет делать ее чище, будет прозрачнее вода, и будет кислорода больше в воде. И видите, мы сначала Ряску Ряской занесли заразу, то есть эту колюшку. А сегодня мы благодаря Ряске привезли щуку. И выведем эту колюшку. Так что все идет у нас по плану. Обожаю клубнику.
сейчас сезон. Если не поесть клубники и не набраться витаминов сейчас, то зимой это сделать невозможно. Сейчас вымою себе ее. Не одни шашлыки кушать с савом. Ребята, если у вас нету клубники, то срочно идите покупайте. Упустите эти 2 недели в году, и их уже не наверстаете. Просто обожаю. Я просто ее жду эти 2 недели. С сахарочком, со сметанкой. Это просто шик. Ни один йогурт мира с ним не сравнится. Сахара мы немного употребляем. Я чай вообще без сахара пью. Но клубника без сахара, она кисленькая будет. А сметанка домашняя. Брызнучий. Посмотрите, какая она. Она желтая. Потому что жирненькая. Народ, реклама клубники пошла. Еще бы полежать бы, но нельзя. Слишком много ответственности перед вами. Надо здесь что-то делать. Перед животными их надо кормить. Не отдохнем. Дорогие друзья, мне кажется, в последнее время вы пишете очень мало комментариев. Раньше всегда 1000 было, а сейчас 500, 600 под видео. Вы нас разлюбили, да? Раньше были такие комментарии: заведи, Дима, курей, заведи, Дима, голубей, заведи гусей, заведи уток. А сейчас вы, наверное, очень хорошо нас знаете, и вам уже нечего писать, да? Ну, под последними 2 роликами самые распространенные были комментарии, знаете, какие? Ящерица. Фу. Под последними 2 роликами были комментарии: Дима, заготавливай сено. Дима, заготавливай дрова. Народ, я ж вас слушаю. Заготавливаем. Все заготавливаем. Сейчас положу грабли, беру секиру. Иду рубить лес. Все под контролем. Главное, вы пишите много комментариев. Это познакомились, знают о нас все. Даже что мы кушаем на завтрак, обед и ужин. И все. Смотрите там себе тихонечко, да? А писать лень, да, и лайкать. Хорошо. Не буду снимать каждый день. Буду снимать раз в месяц. Вот, разворушил такую полянку. А таких полянок у меня еще много. Но все, кто писал: Дима, заготавливай сено, вы же этого хотели, да? Чтоб Дима косил, и чтоб вам бы этому сену конца вообще видно не было, да? Радуйтесь, так и есть. Как у нас называют в Беларуси? Ворушим сено. А, наверное, в России переворачиваем, да? Шевелим. А. И... Я
я тебя это самое, пчеловоды смеют, почему? Потому что есть такие матки или пчелы, вернее, скажем так, которые совершенно не реагируют на человека, когда есть, допустим, недосбор и тому подобное. Ну, так, разные же пчелы есть. Слышишь, ну я сейчас стою голый, ну как бы ко мне подлетают, и мне страшно. Это просто капец, ну вот. Я полностью просто в одних плавочках сейчас. Видите, что творится? Меня точно не укусит. Просто пчеловоды надо мной посмеются и все, да? Да. Ужас какой-то. Просто зрители часто спрашивают, или не мешают вам пчелы. Но они как бы нам вообще не мешают. Меня в этом году один раз укусило за голову. Так это самое, это вы пчелам просто мешаете, а не пчелы вам, согласитесь? Ну, да, спасибо вам. Да. Мы переедем. Шанелька. Столько травы вокруг, а вот дай козам покушать сено, да? Зинка, добрый день, как дела? Лишки у тебя? Где носик так вымазала? Где вымазала нос? Зиноха. Кстати, сейчас из-за того, что мы не топим печки, мы не варим собакам кости и шкуры. И поэтому наши свиньи уже приучаются кушать не только мяско, но и зерновые. Вот синки. Коза к ним пришла тоже покушать с голодухи. И я вам скажу, неплохо так они едят. Научились они кушать. Раньше, когда были маленькие, очень не любили они ни кукурузу, ни зерно. А сейчас кушают. Вот, неплохо так кушают. Нравится им уже. Злата, ты пришла к ним домой, еще их бьешь, гоняешь. Ну что, я уже несколько дней один на хуторе. Тяжело быть, скучно одному быть. И вам не интересно, правда, без съемок. Мне сейчас надо подоить коз, и я поеду за Валентиной. Вот, но перед тем, как поехать за Валентиной, я пойду надаю себе молочка. Вы знаете, классно так окунуться в детство. Знаете, какое у меня детство было? Меня завозили в деревню на целое лето. И там я был на самообеспечении. Бегал за грибами, бегал босиком. И я был в Гродненской области, а там в Гродненской области коровы пасутся все на цепи. Круглосуточно, и днем, и ночью все на цепи. У нас тут в Брестской области их пасут. И мы с бабушкой Яней, она шла с ведром на поле доить коров. А я постоянно маленький шел с ней, за ней с кружкой. И это было в обед и вечером. Просто приходили мы к ним, коровам. Она мне кружку надоит, доит ведро. Пока она доит, я вторую кружку. И вот это у меня в детстве было. Парное молочко, босиком сбегать. Это такой балдеж.
я не знаю, всем бы такое детство. Наверное, процентов 99 зрителей даже не понимают этого. Та молодежь, которая сейчас бегает в кроссовках и пьет колу, она не ощутит вообще вкуса молока. Одногодки мои пьют пиво. Поколение постарше пьют магазинное молоко. А для меня это не то, что не брезгливо вот попить прямо из-под козы, не без марли, не без пастеризованной. Это просто, это обалдеть. Это просто... Я даже Валька моя не понимает. Я ей говорю, что в детстве такое было. А как ты так можешь пить? Надо через марлечку подсадить. Это самый вкус вот так вот, когда надо ить в кружку. Пойду, пока ее нет, сам себе надаю в кружечку. Белочка, стоять, дорогая моя. Стоять, не выпить хочется. Молодец, Белочка моя. Народ, даже звуки такие, как в детстве, просто как в детстве, такой пш-пш-пш-пш-пш. А как, а сколько тут пенки, вот столько, вот пенка. Да, в ведре столько пенки нету, как в кружке, вот это вкус детства, это обалдеть просто. Самый вкусный напиток в мире для меня. Белка, ты класс. Я не понимаю тех людей, которые говорят, я не кушаю мед, я не пью домашнее молоко, не пью козье молоко. А я наоборот, я не могу кушать эти конфеты сладкие, я хочу медика. Я не могу пить колу, я вообще ее не пил несколько лет подряд. Я не могу, я обожаю мед, мед с молочком, это вот. Я не могу есть магазинных яиц, я не могу пить магазинное молоко. Это надо привыкнуть, это дело привычки. Вы привыкли к ерунде, я хотел сказать, га. Поэтому вы это и едите, и пьете. Сейчас, Белка, додаю тебя, мою хорошую. Все, дорогие друзья, всех по сараям загнал. Поехал я теперь в город опять. Всем пока.